дамы и господа! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию оперу Джакомо Пуччини «Тоска» в трех действиях. Представление «Два антракта». Действующие лица и исполнители. Флория Тоска, примадонна римской оперы, Ирина Крикунова, Россия. Барон Скарпия, начальник полиции Рима, Кармине Монако, Италия. Марио Кавародоси, художник, Марио Диас, Германия. Чезаре Анжелотти, республиканец Василий Ковальчук. Ризничий Александр Кеда. Спалетто, полицейский Юрий Болотько. Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Художественный руководитель и главный дирижер, лауреат Государственной премии Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов. Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь имени Ширмы. Художественный руководитель, народная артистка Беларуси Людмила Ефимова. Краткое содержание первого действия, оно происходит в Риме в 1800 году. В час, когда двери церкви Сан-Андреа де Лавале закрыты для прихожан, здесь творит художник Марио Кавародоси. Ризничий церкви страшно бронится, что художник выбрал моделью для портрета Марии Магдалины простую прихожанку. Так не похож этот портрет на его возлюбленную, знаменитую Флорию Тоску, чьи взоры пламя и страсть. Внимание Кавародоси привлекает шум в церкви. Здесь прячется человек, в котором художник узнает своего товарища, республиканца, борющегося за свободу Рима, Чезаре Анжелотти. Узнав, что Анжелотти бежал из тюрьмы, Кавародоси предлагает ему свою помощь. В церкви появляется Тоска, она в гневе и замешательстве. С ее Марио кто-то был. И внезапно в картине, которую пишет Марио, Тоска узнает маркизу Оттаванти. Так вот, с кем он был в церкви. И Кавародоси стоит большого труда убедить возлюбленную, что она одна владеет его сердцем. После ухода Тоски Кавародоси и Анжелотти обсуждают, как им действовать дальше. Раздается выстрел тюремной пушки, бегство Анжелотти раскрыто, и друзья спешат покинуть храм. На поиски беглецов бросается начальник полиции Рима барон Скарпия. Он уверен, что они нашли пристанище в храме. В церкви снова появляется Тоска и Скарпия. Мечтающий добиться ее любви, решает разжечь в певице ревность. Он намекает на любовную связь Кавародоси с маркизой Оттаванти. Обезумев от ревности, Тоска бросается на поиски Марио, и Скарпия остается только пустить по следу своих полицейских. Таково содержание первого действия. Сейчас я приглашаю на сцену маэстро Александра Анисимова. Thank you.
Клементе. Nel terror mi assalta, vedi accetti di mire in ogni volta. La pilla, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Cappella! Angelus Domini nunti alit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto, ecce ancilla Domini, fiat mi secondum verbum tuum, et verbum caro factum est, et habitalit in nobis. Et hai, recita gli angelos. Amicolori.
faccia stare i santi. L'arte nel suo mistero diverse bellezze insiem confonde. Eccellenza, vado, hai tu piacer, lieno il paniere, fa penitenza, amen o no, ah, miren cresce.
carine già le vidi. Ce ne tanti per il mondo. Aspetta, aspetta. Thank you.
giuro amore. Va! Quando m'affretti? Ancora! Sicuro, levo del sole, la cappella metti un orto mal chiuso, poi c'è un tetto che va lunge per tanti una mia villa, me nota, ecco la chiave, innanzi se la birra tua, portate con pani, vesti cani. Non ci più, ne son dolente.
Il suo ritratto ti fa quelle pitture e il cavalier Cavaradossi e lui l'amante di Tosca con un sospetto un montagnar poco, poco chi ha detto che fu si ritrovò nella cappella queste pagine tu lo conosci? Certo il gesto del pittor non di meno ma tu sai io lo lasciai rifieno di cena prelibato il pranzo del ora pranzato nel cappello non ne aveva la chiave né cantava a pranzar di
se gli stesso oggi alla braccia messo dal riparo. Libero Madonna. Ora tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo.
una carrozza. Presto, segui la dunque vada, non visto, non vedi. Sta bene, il convegno. Palazzo Farnese. Yes!